деньги не хотят давать. Лучше их куда-то вывести и прокутить, прогулять. А зачем детей? На них никто не смотрит, на детей. Сейчас картинговой школы-то нет нигде. Откуда подпитываться должна молодежь-то, откуда-то? Нет. Так тоже папка даст денег кому-то, купит машинку. Вот поездит там год-два. А так нет, ни клубов, ничего же нет. Все похоронено. Давно все похоронили.